Это мы находимся в здании Московского телеграфа, где проходит голосование без письма. Из других избирательных участков, где их направили, причем они обращались заранее с заявлением закрепить их в список избирателей. И заранее всем сказали, что в день голосования можно прийти сюда. Больше того, сегодня мне на Ленинградском вокзале точно так же сказали в избирательной комиссии, что без закрепительного удостоверения можно прийти сюда, на этот адрес, и проголосовать. И сюда пришли большинство людей именно так. И всем им, естественно, отказывают. Больше того, здесь куча людей, которые подали заявление о прикреплении сюда больше, чем за 3 недели, им тоже всем отказывают. Отказ получит. Отказы, причем не дают, очень давно, мы уже 2 часа стоим. Mm-hmm. То есть у нас на руках нету никакой бумаги. Обещали дать ответ, дайте. Давайте попросим все вместе сказать, пожалуйста! Пожалуйста! Дайте нам возможность реализовать наше право! Давайте дадим слово. Вам смешно, что ли? Давайте. Давайте ответ, давайте, пожалуйста. Значит, так, уважаемые. Я не могу вас всех перекричать. Тихо, все тихо. Поэтому я жду, когда принесут недоказательства. Что? Но те, кто стоят рядом, для того, чтобы просто не тратить здесь время, я вам сейчас разъясню порядок голосования на данном избирательном участке. Значит, те, кто меня услышит, может услышать, принять для себя решение, что дальше делать. Надо я принесу мегафон, объясню еще раз. Я не могу говорить. Ну, подождите, пока дрочки, говорите, что будет. Тихо, все тихо! Участок номер 152. Избирательный участок города Москвы. Организован в соответствии с законом на территории города Москвы. И здесь предполагается голосование избирателей, которые зарегистрированы на данной территории.